очень надеемся, что у нас будет также все защищено небесным нашим покровителем. Вам будем молиться, будем молиться. С 28 декабря решением Священного Синода Сочинская епархия была выделена в отдельную и включена в состав Кубанской митрополии. Ее возглавляет епископ сочинский Туапсинский Герман. Свою первую рождественскую службу он провел в храме Михаила Архангела. Просим вас, владыко, призренный владыко, и на святый храм сей, и сотвори с нами, и молящимися с нами, великие и богатые милости. И спалайте деспота, дорогие. Благодарю, что каждый член с праздником священников. В Сочинской епархии значится 39 действующих приходов и еще 4 в стадии строительства. Также планируется открыть на курорте и в Туапсинском районе несколько духовно-просветительских центров. Многонационален вот этот район и многоконфессионален. Поэтому, наверное, мы тоже должны такую лепту привнести в том, чтобы у нас был мир и согласие. Вот, это очень важный момент. Вот, поэтому будем только созидать. 7 января праздничную литургию архиерей Сочинской епархии Герман провел в храме святого князя Владимира. Службы также прошли в других приходах курорта. В Свято-Троицком храме в Адлере, кроме того, была организована традиционная рождественская елка. В мероприятии приняли участие творческие коллективы воскресных школ. В завершении состоялось праздничное чаепитие.